от крыши, где я живу. Скворечник называется. Конек управляет. Там Сергей сюда. Владимир Пащенко. Вот он. Сегодня здесь вот наклонено было в другую сторону. Все это снимали. Вот это все заново сделали, застеклили. Ну, то есть работа идет. А там Николай Георгиевич Кузьмин с этой жужжалкой. Там уже заросили на эту пещеру. Сильный домик, он хороший. А там Белый дом называется. Владимира Пащенко. Такое же, блин. Машина у меня. Так. А здесь все вокруг из глины сделали отмостку, травой прикрыли, накосили. А здесь тоже пришлось все поднимать домкратами, все сгнило. Ну и вот, вот это вот тоже. Вот, падает. Доска нравится тебе на эту сторону или не нравится? Вот как. Давай ее сюда. Нет, там есть такая же крыша. Вот идет белая. Давай, давай. Вперед, толкай пока. Да. Давай сейчас вперед. Его зашили. Одна сторона зашита теперь. Все, это низ. И там это тоже. Низ, да? Это все сегодня сделали, 31 июля. Хочешь, с той стороны ее забьем? Вот как. Все, да? Не торопись, Володя. Это железки прибивали. Сетка железная. Лошади были, когда мешали. Вот я белый пришел.
Голубоглазый белый кот. Тигр настоящий. Володя, надо было здесь все-таки сбить ее. Можно веревку было перекинуть, я бы на той стороне тянул ее. А так как он ее бить будет, когда сам сидит здесь? Ее надо как-то закрепить. Надо было гвозди большие хотя бы забить. Ничего не получится. Сергей, не лазь там один-то. Бог помощь вам, я уйду. Все, охота туда попасть, кошки мои, нет, брат. Мне нужен гитар. Ой-ой-ой. Ха.